Турбомарк представляет. Сегодня мы с Марком сделаем из обычной машинки настоящий монстр Трак Маквин. Мы взяли красный баллончик с краской и маркеры. Давайте посмотрим, что же у нас выйдет. Мы вышли на улицу, потому что в помещении красить запрещено. Можно надышаться вредными парами от краски. Красить нам пришлось несколько слоев, так как старая краска была глянцевая и на нее плохо ложилась наша краска. Пока корпус нашей машинки сохнет, нам нужно покрасить диски, а чтобы краска не попала на резину, мы обклеим ее скотчем. Спустя 2 часа наш корпус высох, теперь можно брать в руки маркеры. Начнем мы с самой важной части Маквина, это лобовое стекло в форме глаз. Сказать по правде, глаза у меня не сразу получились, поэтому потом пришлось их перерисовывать. Еще один важный элемент – это надпись на покрышках, как у самого Маквина. Все рисунки на корпусе машинки нам пришлось сделать белым маркером, так как в магазине желтого не оказалось. Поэтому пламя и номерной знак Маквина 95 мы сделали черным и белым цветом. Чтобы машинка выглядела еще интереснее и уникальнее, мы добавили разные надписи. Пока я работал над машинкой, Марк разрисовал пульт. Как вам? Мне кажется, выглядит очень уникально и стильно. Я думаю, все готово и можно устанавливать корпус обратно в машину. Вы только посмотрите, какой крутой монстр трак у нас получился. Мне уже не терпится его протестировать. Вот как она выглядела до, а вот это после. Мне кажется, с такой раскраской она даже ездит лучше. Для настоящего испытания мы построили трамплин. Сможет ли наша машинка перепрыгнуть 23 машинки Hot Wheels? Камера готова, оператор готов, вперед! Наша машинка справилась со всеми испытаниями. А главное, она теперь выглядит намного ярче и красочнее. Ну и самое главное, она нравится Марку. А как вам? Напишите нам в комментарии. И спасибо за подписку. С вами был... Турбо! Турбомарк! Турбомарк!